Очень непросто найти преподавателя, несмотря на то, что интернет переполнен объявлениями о курсах и частных уроках. Есть огромное количество профессионалов, которые знают свое дело, умеют все очень хорошо, но отсюда никак не следует, что они также хорошо могут учить. Кроме мастерства, от преподавателя требуется еще очень многое. Например, правильный выбор произведений, соответствующий уровню ученика, особое огромное терпение, которое далеко не у каждого присутствует, общий метод, искреннее желание научить и многое-многое другое. Перед началом занятий с Александром я умел бренчать на гитаре, знал 5 основных ля минорных аккордов, на которых исполняется большинство бардовских и блатных песен. Больше ничего не умел, хотя думал, что я умею играть на гитаре. Я учусь у Александра чуть больше года. Эпизодически, как-то раз я его попросил просто научить меня играть по нотам. Мы не тратили на это время вообще. Однако сейчас я абсолютно без страха смотрю на нотный стан, могу читать, что там написано, и исполнять. Мне кажется, это неплохой пример, почему я считаю Александра талантливым преподавателем и продолжаю у него учиться.